Всем привет еще раз. Мы с вами продолжаем делать немецкие пончики. Тесто простояло у меня 1 час. Вот я подпылила немножко мукой и раскатала примерно до толщины 1 сантиметр. Вот видите, вот так. Тесто очень податливое, очень такое мягкое, аппетитное, я бы сказала. При помощи ножа для пиццы теперь я буду нарезать квадратики, ну или подушечки, потому что в Германии я видела только такую форму. Поэтому с вами не отступаем и делаем вот. Как разрезать и как разделывать, я подсмотрела в Бремене на главной площади. Там один молодой человек так искусно это все делал. Посмотрите, какая у нас получилась красота. Теперь их немного. Надо отсоединить друг от друга и немножко добавить вот так вот муки. Это я подсмотрела все там же. Поэтому мы немножко добавляем муки и разделяем наши пончики. Видите, какое получилось великолепное и красивое тесто. И жарим во фритюре. Вот что у нас получается. Нежное, сочное, ароматное. В Германии их сразу насыпают в кулечек, посыпают сахарной пудрой. И идут на один укус. И идут по дороге, вот, накалывая шпажкой и кушая. Я думаю, вам понравится мой рецепт. Это очень вкусно. И просто. Тесто, посмотрите, какое ароматное и очень красивое. Приятного аппетита!